Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас распаковка бумажных коллекций. Для этого видеоролика я подготовила три новинки. Так, первое это, которое вы, возможно, видели на обложке. LOL OMG. Он настолько большой, просто не влезает в кадр. И вторая новинка это LOL Pets. Вот такой. Так, и третья новинка это у нас лягушка Фредди. Давайте я сразу возьму пакетик. Например, вот этот. И сегодня мы закончим коллекцию джинсы. У меня на канале стукнуло 100 тысяч подписчиков. В тот день я даже подумать не могла, что я наберу 100 тысяч. Я всем безумно благодарна, кто подписан на мой канал. Розыгрыш будет в конце видео, поэтому досматривайте до конца. И давайте уже набирать пакеты для распаковки. Из коллекции серьги. Кстати, это оформление я взяла у канала «Бумажный лабиринт» с персиками. Давайте сюда складывать. Дальше у нас коллекция «Мышонок Вайт». И в этом видео я хочу взять этот. Дальше у нас здесь две коллекции. Первая — это «Собери слово». Я возьму, пожалуй, с этой девочкой. Коллекция «Поп И». Давайте уже скорее ее закончим. Сегодня возьмем один пакет. Это будет вот этот. «Заколки». Я, пожалуй, возьму, давайте, прозрачный. Коллекция пазл с такой земляничкой. И последнее, это устарелые антистрессы, воспоминания, вот тут написано. Я хочу взять вот этот. Тут, если что, попрыгунчики. И также сегодня мы распакуем вот этот LOL. А насчет LOL Pets я сомневаюсь, потому что сегодня будет прям большая распаковка. Кстати, коллекцию от подписчиков мы распакуем в следующем видео, потому что в этом видео будет мега распаковка. Я не успею распаковать, тем более еще конкурс. LOL Pets я хочу распаковать в следующем видео. Также у меня есть вот такие пакетики. Их тут достаточно много, но я хочу взять, наверное, вот этот розовый с сердечками. И давайте начинать нашу распаковку. А распаковка наша начнется с Pop It. В который раз объясняю, что мы достаем бумажку, и какая цифра нам попадется, такую ячейку мы распаковываем. Но тут уже осталось 4 ячейки, которые мы сегодня и распакуем. Потому что в каждом видео мы распаковываем по 4 ячейки. Если попадется зеленая, то в следующем видео будет аватарочка. Если красная, то не будет. Если, например, попадется 2 зеленых, как в прошлом видео, то я нарисую аватарочку двум подписчикам. Как вот этим для Даши Гетман и также для My Melody. Их мы приклеим чуть позже. Что ж, я думаю, правила ясны, поэтому давайте уже тянуть бумажки. В первой пупырке, если это можно так назвать, ячейки. Попало зеленый. Пишите комментарии обязательно то, что хотите, аватарочку. И, возможно, кому-нибудь из вас повезет, и я нарисую вам аватарочку. Также пишите не в чате, а в комментариях под видео. Так, следующая бумажка. 24. Попалась красная. Давайте. Вот эту. 26. Вот. Красная. И последняя, это 13. Давайте убедимся. Да, 13. И это красная ячейка. Поэтому будет только один шанс получить аватарочку. А пока что давайте приклеим аватарочки для Даши Гетман. Для My Melody. И вот так вот у меня получилось. И теперь наконец-таки пришло время распаковать сюрпризы. Я предлагаю сейчас распаковать LOL. Я над ним прям очень сильно старалась. Я его рисовала на 100 тысяч. Он вот такой спереди. И вот такой сзади. Еще очень сильно блестит. И что же мы сейчас сделаем? Мы посмотрим, какая примерная куколка нам попадется. Попадется вот такая вот примерно. Ее зовут Мисс Глам. Что ж,
Сюрпризы мы распаковываем здесь. Распаковываем первый слой. И здесь мне попались сюрпризы. Это украшения. Давайте я сразу распакую вот эти в таких прозрачных пакетиках. Для этого я использую ножницы. И здесь мне попались заколочки для куклы. И главное, они очень маленькие, поэтому их можно потерять. И попалось ожерелье. Вот, вот такое. Все такое миниатюрное. Дальше у нас... Давайте я распакую черный пакетик. Это такая как бы коробка, поэтому она распаковывается так. Ой-ой-ой-ой, что-то пошло не по плану. Ну и здесь мне попались такие ботинки. Здесь было как бы дно вот такое розовое. И следующий розовый пакет. Мне попалась такая сумка. Сумка. Так, желтый пакет последний. И придется его разрезать. Мне попались очки. Что ж, распакуем уже второй слой. Что же там будет? Ну, естественно, здесь у нас кукла. Сама кукла. И вот здесь такая как бы перегородка. Сюрприз с одеждой. Здесь мне попалось... Такое шикарное. Хотела сказать платье, но нет. Это такой топ и такая юбка. И все на манекене. Можно приклеить обратно. И, конечно же, сама кукла. Вот такая. Я ее перерисовывала раз 5, наверное, даже больше. Потому что мне не получались либо ее руки, либо ее глаза, либо губы. Я приклею ее в этот каталог. И он тоже слол. Тоже я сюда приклеила, но в прошлые разы у меня не сильно получалось. И я приклею ее сюда. И вот что у меня получилось. Очень красивая куколка. Конечно, я, наверное, переклею ей потом юбку, потому что она как-то получилась сильно низко. Страничку я украшу в следующем видео, поэтому обязательно смотрите мои видео. Я забыла также, что у нее есть сумочка. Вот. Давайте ее приклею. Вот так. Итак, давайте уже распаковывать все наши сюрпризы, которые мы сегодня выбрали. Также, ребята, если вам понравился вот этот лол, я могу его делать почаще, если вам, конечно, интересно. Первая коллекция, давайте, это будет заколки. Вот она. Здесь бокс, и внутри вот такие заколки. И мне попалась такая заколка. Она скорее самая обычная, просто здесь такая сеточка. Под номером 6. Вот так вот получилось. И дальше я хочу распаковать коллекцию. Это пазл. Скорее нужно называть пазл вторая часть, так как такая коллекция у меня уже была на канале. И даже не один раз. Просто в этом каталоге второй раз.
Итак, как вы думаете, под каким номером нам попадется? 2, 1, 4, 6, 7, 8 или 9? Я, наверное, думаю, что 4. Ваши догадочки в комментариях. И мне попался такой фрагмент, где видно ушко. Вот сюда. И это точно не номер 4, потому что это номер 6. Кто угадал, с вас плюс в комментариях. Итак, дальше я хочу распаковать коллекцию. Давайте джинсы. Так. Кстати, здесь такой дизайн от Маринет. Если кто смотрел мультсериал «Леди Баг». Попадется под номером 1, так как мы заканчиваем эту коллекцию. Да, ребята, я приклеила под номер 4 джинсы, которые должны быть под номером 1. Что ж, мне попались такие джинсы. Вроде бы сюда они вписываются чуть-чуть сердечками. Так, дальше у нас коллекция Pop It. Вот, и сегодня нам попадется либо под номером 6, либо под номером 7. То есть у нас есть два варианта. 6-7. Я думаю, что под номером 6. Давайте посмотрим. И это под номером 6 попалось, ребят. Я угадала. Вот сюда. Мне попалось такое мороженое. У кого, кстати, есть такое мороженое Pop It, пишите в комментариях. Так, дальше у нас коллекция. Это будет забытые антистрессы или устарелые по цветам глаз. У кого голубой цвет глаз, вам капитошку, карий слайм. У кого зеленый цвет глаз, тому кубик Рубика. У кого желтый, либо янтарный, тому сквиш. И у кого такой, как бы, желто-зеленый, тому брелок. Давайте распакуем. Вы пока можете предполагать, под каким номером нам попадется. 7, 6 или все-таки 2? Я думаю, что 2. Итак. Как вы думаете, впишется ли сюда? Нам попался Орбис. Орбис. Под номером 2. Да, я угадала. Это для черных цвет глаз. Так, дальше у нас коллекция. Собери слово. И под каким номером? Я думаю, что 9. Попались две буквы. Буква Z и буква R. Z под номером 7, а буковка R под номером 9. Я опять угадала, ребят. Сегодня удача прям на моей стороне. Вот, ребята, как вы думаете, что это за слово? Я думаю, тут уже понятно. Так, и дальше давайте будет коллекция мышонок White. А, забыла спросить, под каким номером вы думаете? 1, 2, 4, 7, 5 или 8? Я думаю, что 5. А ваши догадки в комментариях. Что ж, мне попался такой White, который говорит, развели тут вонищу. Под номером 4, вот сюда. Кто угадал, с вас плюсик в комментариях. Вот так вот получилось. Итак, дальше у нас коллекция серьги, вторая часть. Открывашка вот такая.
И попались подсолнухи. Вот такие подсолнухи. Под номером 2. Вот сюда. Вот так вот получилось. И дальше осталась только наша новиночка. И это коллекция Фредди. У нас вот такой вот прекрасный просто каталог. Вкладыш. Мне очень нравится. Как бы такая устарелая бумага. И ваши догадки от 1 до 8. Номер 2. Нам попался такой лягушонок с таким сердечком. Вот, ребята, и сейчас я объявляю конкурс. Он же будет на посылочку. Я подняла камеру, чтобы вам показать поближе. Так, все равно не вмещается. Это вот такой подарочный пакетик, в котором у нас много всего. И что же я вам приготовила? Ну, давайте вот это. Это вот такие пайетки. Вот такие вот. Тут написано, что ими можно украшать кружки, мониторы компьютеров. В общем, что угодно. Дальше у нас вот такие вот фломастеры. Я вам их купила. Я раньше такие покупала и ими пользовалась. Что ж, давайте на них посмотрим. Здесь 24 цветов. Вот столько. И они просто нереально пишут. Дальше у нас... Что же там у нас? А, это вот такой вот блокнотик. Такой фиолетовый блокнот. В клеточку. Оно, кстати, чем-то похоже на тетрадь. Здесь 48 листов. Что же дальше? Дальше у нас вот такие вот ручки гелевые. И они еще и с блесточками. Давайте я их сейчас вам открою. Вот. Давайте сейчас я вам покажу. Очень круто. Очень прикольно блестит. Я бы, кстати, хотела бы себе даже такие. Можно было бы что-то украшать. Так, дальше у нас вот такая ручка. Авокадо. Ну, впрочем, она самая обычная. Итак, следующее. Это вот такой вот пакетик. У нас здесь что-то маленькое. То есть, вот такой вот ластик. Готовимся к школе. И также вот такие вот декоративные скотчи. Посмотрите. Вот, и все остальные это блестящие. Серебряный, голубой, розовый. И вот это вот тоже с бабочками. Так, следующее. Это как бы... Ладно, догадайтесь сами, что же это такое. И это вот такой вот ластик. И можно вот так аккуратно стирать. Такой котик. И следующая, уже последняя вещь. Это вот такая ручка. И она не самая обычная. Сначала мы пишем. Вот я написала. Здесь ничего не видно просто. И теперь мы включаем фонарик. Что ж, читайте. Вот так вот. Очень прикольная ручка. В принципе, в упаковку ее не стоит ложить, я думаю. Ведь мы ее уже посмотрели. Это было последнее, что здесь. Посылочку я также добавлю вкусняшки всякие. Я хочу добавить какое-нибудь колечко. Давайте я померю. Это такой цветочек. Вот такой цветок. Также есть такие вишенки. Вот так вот, вот все это выглядит.
Либо вот такое вот колечко. Розовое. Ну, какое-нибудь я вам положу. Я, возможно, положу какое-нибудь колечко, любое просто, в пакетик. Я думаю, кому-нибудь из моих подписчиков будет интересно получить. Вот, ребята, это было все. Также напоминаю, что там будут вкусняшки. Обязательное условие. Одно из главных условий — это подписаться на мой канал. Также вы должны написать комментарий под этим роликом. То есть вы пишете «Я участвую» и свой Инстаграм. Итоги конкурса я объявлю через 3 видео. Поэтому у каждого есть шанс поучаствовать, победить. Вот. И также сейчас я хочу посоветовать вам девочку, которая выиграла у меня в конкурсе на 90 тысяч. Вот ее канал. Обязательно подписывайтесь, и ссылочку вы найдете в описании на ее канал. Я всем очень сильно благодарна за то, что вы подписаны на меня, за то, что у меня уже 100 тысяч. Да, ребята, скоро у меня придет кнопка от Ютуба, с самого Ютуба, и, возможно, я получу галочку. Вот, а на этом было все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, это также очень важно. И всех очень сильно люблю. Спасибо за просмотр и пока-пока.